Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea. Reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I'm under. Ты хотела знать, кем я была? Ответь здесь. Что это? Я. Люди, которые поставили этот могильный камень. Это они были твоих родителей. Потому что именно я вытащила тебя оттуда той ночью. Что? Говоришь о том, чтобы завербовать вне отдела, пытаемся предсказать их шаги. Это было бы очень опасно. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Можешь остаться здесь. Это безопасное место.